Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моем канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Мы сегодня не только о вязании, поэтому наливайте чайку, кофею, берите руки, спицы, мальчишку зовите. Они все на меня обижаются, что я к мальчишкам не обращаюсь. Мальчишки, у меня сегодня прям к вам индивидуальное обращение будет. Вот, но сначала к девчонкам, ну, в принципе, как хотите. Из навязанного, ну что, ноябрь только начинается, а у меня уже две готовые работы. Шутка ли? Носок левый, носок правый. Кому я там с дуэтами-то надоела? Кому не надоело, к вам претензий не имею. Значит, надоели своими дуэтами девочки. Соло. Носочек называется соло. Связан в одну ниточку, без всякого дуэта. Поэтому, девчонки, соло. Носочки соло связаны из пряжи Alize Super Wash серенького цвета, кажется, 21-го, но это не важно, ее можно сказать из любого цвета. Бантичек фиолетовенький, потому что как-то нравится мне этот цвет. Значит, кто мне написал? Татьяна, раз вы мастер-классы не снимаете, девочки, я сейчас не могу, правда, не могу снимать мастер-классы, потому что, говорю, вяжу я в такое время суток, когда там какие мастер-классы. Сама себе не принадлежу. А помните, говорит, вы в июне вязали и рассказывали нам про носки? То есть близко их показывали, помню. Что же, я еще пока помню, да. И вы про носочки также, будьте любезны. Девочки, вот это, пожалуйста. Прям вслед за этим роликом будет ролик, где я крупно-крупно покажу эти носки. И расскажу, сколько петель набирала, как вязала. Ну, как вязала, мережка, ты что? Вот, давайте попробуем так. Те, у кого глаз наметан, да, будет очень легко связать. У кого не наметан, девочки, надо наматывать. Вот. В общем, у меня готовая работа, и я о ней расскажу подробненько в ролике в следующем. Это хорошая идея. Вот рассказать, как вязала, да, если уж совсем не пойдет и не будет интересно, вы мне там в комментариях напишите, мы эту практику прекратим мгновенно. А если будет интересно, мы ее оставим. Про вязание пока все, а вместо вопросов сегодня мы с вами распакуем посылку. Посылку с интернет-магазина «Каравай». Вы, наверное, уже, ну, человек 10 точно, я прям слышу. Татьяна, ты в чем-то таком красивеньком сидишь? Девчата, ну в чем красивеньком я сижу? В халатике я сижу. Называется он, забыла, как... Я сейчас подсказочку и вам, и себе. Кант. Вы видите, какой размер. Я ношу 56-й. И от... как сказать? Отпрыгивая. Отталкиваясь отсюда, я буду вам говорить, маломерит или нет. Мне кажется... Эти халатики идут размер-размер, но все-таки, если где-то у вас что-то есть, надо прикрыть, да, лучше на размерчик побольше взять. Трикотаж плотный, я буду еще сегодня называть, где трикотаж такой хлюпенький и тоненький, я это скажу. Здесь трикотаж плотненький, ну, цену вы видите, да, здесь у нас будет зона, фотозона на модели. Ну и, естественно, и на себе я тоже покажу. Меня пленило, я ведь халатики-то не любительница особо, но этот халатик меня... пленил. Он, знаете, его прям в фильм можно там, видите, с перламутровыми пуговицами. Пуговицы здесь действительно замечательные, хоть и не перламутровые, но меня покорил кармашек. Кармашек, який кошелечек. Вы посмотрите, какой, вы только посмотрите, какой кармашек, а? Ну, это же, это же не кармашек. Это ж чудо, чудо. Ну, а, значит, единственное, мне бы нужно, может быть, чуть-чуть подлиннее. Но фасон-то, фасоны халатиков разные. Там очень много различных халатов. Можно подлиннее выбрать. Ссылку, конечно, я на магазин оставлю. А потом думаю, зачем это мне, понимаешь ли, длиннее? Длинных у меня много. Вот, а коротенький пусть у меня будет. Мне халат понравился искренне. Сначала думал, что цветочки там как бы лишние, а потом думаю, ну как же лишние? Сейчас скоро у нас, значит, Новый год, а под Новый год все садоводы-огородники думают о цветочках. Девочки, ой, мальчики и девочки, бу-бу-бу-бу, о цветочках. Совсем скоро мы с вами поговорим о цветочках, а точнее о семенах. Вы посмотрите, что мне в руки попало. Это же что за жизнь началась, а? Жила я себе же... Ой, я не знаю. Короче... Познакомился с одним садоводом-огородником, который доверил мне вырастить рассаду, значит, к саду. Я ж не просил, сам напросился. Ой, Прунелла лесная фея, девочки, мальчики и девочки. В общем, я тут посмотрю, типа, надо мне просрочку в одну сторону, не просрочку в другую, как сейчас прям. Я знаю, что просрочка входит... В общем, какие мне понравятся, вот это, например, мне совершенно не нравится, хоть она и просрочка, не просрочка. Вот, в общем, буду я листать, все, что отберу с вами вместе, посмотрим. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вдохновение. А?
Понятия не имею, что за цветок. В общем, девочки, зовите меня. Я пропала. Ой, ой, ой. В общем, про тебя, про цветы. Вы думаете, это у меня все? У меня еще не все. У меня еще целый мешочек. Целый мешочек. Но вообще-то я просила только бархатцы мне принести, значит, на рассаду. Ну, что же. Мы, значит, максимум идем. И к садовому участку, девочки, надо же что-то в цветочек. Именно этим я руководствовалась. Да. У кого сады и огороды? У вас есть что-то в цветочек? Нет? Надо срочно. Просто срочно менять ситуацию. Выйти в сад, в огород и сажать цветочки, будучи не в цветочках, девочки, так цветы не вырастут. Почему у вас так все хорошо растет, Таня? А потому что я сажать цветочки, выхожу в цветочках. Сегодня, ладно, все секреты вам расскажу. Итак, девочки, костюм крокус. Видите цену, видите размер, который я взяла. Можно было мне взять 58-й. Не маломерит эти костюмы. Довольно-таки плотненькие, менее плотнее, чем халат, но плотненькие. Сейчас мы дойдем до, пока не забыла, вот когда костюм этот мелькнет. Когда мелькнет вот этот костюм, он не такой плотненький. Такая дребедень целый день. Соседи надо любить. Я люблю вас, соседи. Итак, костюм крокус. Если написано слово зеленый, значит, там есть другие расцветки. Они там действительно есть. Я так голубую хотела. Потом думаю, Татьяна. Покровительственная краска все-таки. Вот когда не хочешь ни с кем разговаривать, хочешь выйти в огород и поработать, да? Вот как раз вот штаники и кофточка. Вышла в огород поработать, и тебя никто не заметит вообще. Ты сольешься с зеленью молодой весенней. Ну, для осенней там мы другой костюм приобретем. И все замечательно. Если серьезно, я действительно между тремя расцветками, там еще, по-моему, бежевая была, очень долго думала, какая. Но мне нравится абсолютно все. Костюм такой вот он... Бывает как-то лекал нехорошо скроен, как-то штаны не сидят, маловатенько. А это вот все хорошо. Все так объемно, все полно. Мне нравится. И что мне нравится в этом магазине? Картинка не расходится с реальными вещами. Вот как оно? Видишь? Вот не приукрашивает. Как видишь вещь на картинке, такая она в действительности и получается при получении. Но уж если мы заговорили про конспирацию, прошу обратить ваше внимание на костюм крафт. Здесь камуфляжные штанишки, тоже цвета разные. Я выбрала, там еще синий был. Мне тот и тот нравится. Камуфляжные штанишки. И при всей моей нелюбви к резиночкам, к манжетам, здесь это так здорово, мне очень уютно в этих штанах. И еще здесь есть карманы. Причем вот терпеть не могу, кармашки маленькие, когда моя толстая рука туда не лезет. Нет, здесь прям две моих руки туда лезут. Очень удобный кармашек. Как раз, чтобы прятать туда семена. Извините, в наше время спрячь подальше, возьмешь поближе. Вот, про семена мы с вами еще поговорим. Вы думаете, у тебя только цветочки? Что вы? У меня еще огурчики с помидорчиками. В общем, нас какие-то такие обзорные видео ждут. Таня немножко... Понятно, все прячется. Но мы сейчас про костюм. Здесь очень интересный карман. И сюда что ли семена можно? Нет, я уж лучше поглубже в штаны. Это костюм... Ну, как многие, наверное, ну, особенно так смотрю еще на штанишки, а как с черной футболкой. Классно, вот эти штаны с черной футболкой. То есть, да, если потерялась, провалась, можно скомбинировать. Я почему-то обожаю черные футболки и вот такие вот штанишки. Я хотела давно камуфляж, все, размер как-то был не мой. А каравай говорит, Танюх, иди к нам, мы же тебе камуфляж приготовили. Я с огромным удовольствием. Вот тут трикотаж тоже, как и у предыдущего зелененького костюмчика с цветами, название я уже не помню, тоже такой средний, неплохой. А костюмчик, который я вам сейчас покажу, он, наверное, это после огородных дел, когда ты устанешь, в банечку сходишь, и так вот, чтобы даже плечки твои уставшие, никакая одежда не отягощала, тонкий-тонкий кулиркинский костюм придумали. Я сейчас приду. Вы этот зафиксировали? Ну, тут все дела. На фотографиях в кровати можно все это рассмотреть. Вот, кстати, костюм, вы знаете, какой-то он правдышный. Мне понравился. Вот с цветами предыдущий, и вот этот мне понравился. Очень тоненький костюмчик следующий. И мне кажется, сейчас все расскажу про штаны, там мне хочется сказать. Итак, значит, Адонис. Я боюсь, что... Адонис.
Я боюсь, что это даже пижама. В разделе пижама там же есть костюм, пижама. Я не помню. Дело в том, что для меня пижама – это домашний костюм. А любой домашний костюм – это пижама. Вы знаете мое отношение к этому. Значит, цену вы видите, размер вы видите. Вот верх, что хочется прям подчеркнуть, да, то, что он тоненький. Но это к какому отношению это минус? То, что он при каждой стирке, если будет носиться очень часто, да, кулирка от каждой стирки как-то, ну, не всякая кулирка, нет, она же кулирка рознь. Вот именно это, она будет выходить из строя. Зато мягенько-мягенько ветошь останется. Но это же и плюс. Вот я не чувствую этот костюм. Я его просто не чувствую. Прелесть прелестно. Спать вот именно в таких, наверное, надо. Или летом там, в огород. Когда не хочется конспирироваться, пусть соседи видят, какая ты красивая, значит, это самое, выходить. Здесь у меня, у нас у каждого разный тип фигуры. Вот при моих выпуклостях во всех местах и при очень достойной мадам сижу во всех отношениях, как будто бы штанишки как бы маломерить. Или они по своей, вот если на фотографии судить, да, по своей сути в обтягунечку должны быть. У меня как-то вот штанишки хочется на размер побольше, а сверху все в порядке. Но если вы чуть-чуть похудее, вот если бывает так, моща вверху, да, а нижняя часть тела, она какая-то такая вот, это прям ваше, это прям ваше. Вот, буду носить с огромным удовольствием, потому что трикотаж есть трикотаж. 2 раза сел, 5 раз встал, и все, и все. И уже все растянулось. Я как-то раньше боялась, вот 56-й порой вот принесет, как-то мне в обтяжечку обтянул, я прям раньше переживала. А сейчас поняла, вот пока пропылесосишь, пока там, я не знаю, сваришь похлебку, все, все уже твое. Поэтому вот этот костюмчик тоненький-тоненький, кому это надо, да, в отличие от тех костюмов, которые я показывала, в отличие от халатика, там потолще кулирка. И она будет из строя выходить. Ну и как носим ведь еще, как носим, можем там пойти краской ляпнуть, и какая бы кулирка толстая ни была, была вещь нет. У каждой вещи, как у человека, своя судьба. Вот это вот тоненькое. Следующий костюм, он не просто толстенький, он какой-то как будто там, я не знаю, состав, там как будто кулирочка с чем-то. Вот здесь мы тоже. Никакой конспирации. Здесь мы яки прям цветочка под розочку будем косить. Будем сейчас косить под розочку. Итак, костюм сквош розовый. Если есть приписочка цвета, то знаете, что другие цвета. Мятный цвет там помню. Синий, темно-синий помню. Но я розовый. У меня же, знаете, вообще, как дело-то было? Когда, значит, каравай на меня вышел, я первым делом выбрала вот этот костюм, пеньюар. Обожаю горох, тем более белый с черным, это просто мое все, и у меня уже сценарий. Прям уже название ролика «Принцесса в горошине». Все такая деловая, думаю, с этого начну, туда выведу. Одна там белая маечка, там, значит, что стоит под все мои вязаные вещи, может, даже себе свяжу паутинку, почему бы и нет. И думаю, да, не худеете, нет такого размера. Нет, они, конечно, не так сказали, там, каравай немножко потактичнее, так это все. Но тем не менее, они думают, я расстраиваться буду, ну-ка сейчас. Я пошла, там столько всего другого, и у меня, думаю, ну как, пижамы, может быть, да, нам сейчас приходится дома часто сидеть и так далее, а дома же надо сидеть красивыми, обязательно, как это находиться, туда повезти. А тут потом, когда мне принесли, я поняла, семена-то принесли, представляете, вот, листаю, сижу, свекла, еще что-то, девочки, я уже все, я уже хочу на грядку. Карманов здесь нет, ни у футболки, ни у велосипеда. Это такие порточки, ну, назовем их велосипедками. Нет, все-таки здесь с чем-то, с каким-то лавсанчиком, наверное. Коротенькие штанишки. Для меня это велосипедки, но коротенькие порточки. Все это видно на фотографиях, вы и на моделях видели, и у меня увидите. Это все очень здорово в огороде летом. Хочешь нагибайся, хочешь разгибайся, нигде ничего никак. Вообще все замечательно. Вот. Ну, а семена будем уже носить в открытую. Мешечек, значит, возьмем какой-нибудь, надо сшить. Нет, это там какой-нибудь культурненький мешечек. И в общем, на огород. Ну, смысл этого костюма – огромная-огромная просторная футболка. Здесь она не только не маломерит, здесь он, наверное, или он так носится, будет таким просторным костюмом, девочки, да, я вам почему показываю на моделях и на себе, а вы же смотрите, как вы любите, мы все очень разные, кому кто-то прям нарядится, вот сейчас вот еще чуть-чуть по швам все треснет, и ему так нравится, и ему хоть там все говори, ну куда, свобода облегания бы мальца, зачем она ему нужна, а кто-то вот занавесится, да, и ему тоже хорошо, поэтому здесь я как будто, вы знаете, с плеча дяденьки. Сейчас мы к дяденькам перейдем. Вы думаете, я про вас забыла, дяденьки? Нет. Вот. Как будто мне дяденька так размер 64 дал поносить. А мне нравится, мне очень уютно, правда. Поэтому этот костюм можно брать на размер поменьше или размер в размер. Скорее всего, да, я же взяла побольше. Размер в размер. Ну, такая прям вот
большого силуэта футболка и штанишки. А штанишки натянутся в любом случае. Вот несмотря на то, что он даже мне великоват, мне в нем очень уютно. Очень уютно. Эта вот вещица одна будет из любимых. Мне понравилась. Скорее бы огорожила. Скорее бы, я буду розочка. Один день розочка, один день мимозочка. В общем, все. Ой, если у вас есть огород и дача, и у вас нет таких костюмов, бегите, девчонки. Это просто преступление. Они должны быть. Так, мальчишки. Девчонки, зовите своих мальчишек. И сейчас будет к ним обращение. Официальное. Ой, как вот говорить серьезные вещи, если уже прям прическа свободу попугаем. Ну, сток, примерька. Примерька, сток. Мы фотографируемся, не поменять. Значит, это не важно. Вы не смотрите меня, мальчишки, вы смотрите вот сюда. Значит, вы давно себе не покупали футболочки. Я прям чувствую. А это неправильно. Где-то на тренировочке, на ту же дачу, понимаете, да просто дома. Футболка – это такая вещь, которых должно быть много, и которые должны быть чистенькие, свеженькие, замечательные. Поэтому, мальчишки, поэтому, значит, ссылка под видео, проходите, заказывайте себе пару футболочек, которые я сейчас покажу, или любые другие, как угодно. Прям не жалейте, закажите себе даже 2-3. Чего ж там мелочиться, 2-3. Вот. Ну и девчонкам своим, девчонкам тоже чуть-чуть. Там, я не знаю, платьишко, пижамка, штанишки, пенюарочка. Нам много надо, что ли? Нам много надо, что ли? Позиции 10, и хватит нам, господи. Вот. Значит, смотрите. Каравай про все продумал. Если вы, значит, так не хочется разворачивать, как хорошо упаковано. Вот смотрите, значит, две футболки. Они ведь для всех. Смотрите, если вы худоваты, чуть не сказала слово на «д», значит, худоваты, то, конечно же, надо себя увеличить. И здесь футболочка, значит, вам беленькая, вам светленькая футболочка. Вот. Не соглашался демонстрировать-то мой 52-й размер. Все это. Ну ладно, я отдуюсь за всех, отдуюсь. Вот, значит, видите, футболочка светленькая, и вы будете казаться таким прям, ну, не совсем он не худенький, очень даже в теле все будут вокруг смотреть, да? А если вдруг друга напасть на вас напала, пивной животик, или что еще там, вы тоже не расстраивайтесь. Кровать продумали про вас. Вам нужно темненькую футболочку. Мальчишки, темненькую футболочку возьмите. И все, сейчас я вам ее покажу. Темненькую, понимаете? Эту зафиксировали. Так, если вы худенький, эту берем. Если вы, ну, мальца так, что-то там лишненького, вы темненькую футболочку возьмите. Темненькую. Животик скроется, а плечи наоборот выделятся, понимаете? Вы так прям, ух, Аполлон! Будете. Вот эта футболочка. Если животик скрыть, а плечи, значит, на вид, вот эта футболка. Как сядете, знаете, как сигара, ногу на ногу и вообще. И никто про вас животик не узнает. Вообще никто. Никогда. Ежели-кать вы вообще не комплексуете, фигура у вас просто отличная, тогда вам, конечно же, надо брать коралловую футболочку. Коралловую. Да. Борис. Вот. Вы знаете, вот джинсы, они же наверняка поди есть. Коралловый, вообще красный цвет, но условно красным назовем. Он подходит и к голубым джинсам, и к синим. Вообще красные кроссовочки себе приобретите ли уже есть? Ой, тем более, надо заказывать футболку, надо. Вообще вот черные с джинсами и белые с джинсами всегда идет, это здорово, но когда я вот красные с джинсами, с белыми кроссовками, с красными, не надо ничего пугаться, самооценочку повышать надо. И пошли. Вы знаете, это здорово, это смело, вот, и не обязательно там молодым. Если вам 60+, тем более надо взять. Ну, вот эту вот прям, я своих мужиков сейчас, как звучит, своих мужиков, опрашивала, вы срочно мне закажите какие-то. Вот на этот цвет графитовый. Что-то все запали, все желают графитовый цвет. Ну что, говорю, как серые мышки ходят. Они у меня контраргумент. Татьяна на работу, в пир, в мир. Вот здесь видите такие вот рисуночки. Это на сайте тоже все проглядывает, но я вам покажу. Рукава без рисуночка. Такая кулирка, ну футболка она и есть, футболка. Вот. Мужики, понимаете, да? Вот. Это такие же штучки вот здесь, вот такие же. Я вам сейчас все покажу. Тоже вот такие вот рисуночки. Она вроде однотонная, а вроде не однотонная. Вот этот графит, да я понимаю, конечно,
На работу год походил, потом в гараж списал, потом хоть, я не знаю, там в огороде возись. Вы же в огороде тоже возитесь, я надеюсь. Семена уже убрала. Вот. Девчонкам, они будут в цветочках ходить, они будут конспирироваться, их как будто нет. А вы рядом, вот в граффити, чик-чик-чик, принеси, подай, ведерко, лейка, шланг, все, в общем, вы рядышком. Вот этот цвет, ну, на самом деле, он не марки и подходит, вот что правда, на весь возраст. Но про это не забывай, у нас же сколько еще праздники, кроме огорода, хотел сказать. Огород – это и есть праздник. Вот, но джинсовый цвет, я вот не очень его люблю, ну, не я и выбирала. И вот, вот это я люблю, да. Вот это мне очень понравилось. Вот это мне прям очень понравилось. Вот. Ну, подождите, подождите. Сейчас я... Ну, я раз позвала мужиков, то говорю, выбирайте. Вот, в общем, графит очень пользуется. Я просто вот некоторых сориентировала на другие цвета. Говорю, дайте мне это. Ну, джинс как джинс. Как-то избитенько, что ли, как всегда. Но, опять же, вот нравится он многим. Нравится. У нас же это мужчина, скромняшечки есть. Вот. Если вы скромняшечка, просто повысьте настроение. Вот, это тоже для скромняшечек. Вот такой вот. Ну, в общем, мне почему-то понравилось коралловые больше всех. Графит мне понравился. Я просто джинсовые джинсы не люблю. Надо как-то маленечко акценты. Вот. И вот эти две девочки-футболки. Девочки, я же мальчиков позвала. Девчата, вы тоже сидите, смотрите. Напишите, сидите, смотрите. Да? Вот. В конце концов, правильно. Надо же с кем-то сконсультироваться. Вот. А то вдруг вам всего 8 позиций закажут. А вы тут как тут. Девятую, десятую и так далее. И вот это. Вот эти вот футболочки мне прям нравятся. Цены, вы видите, они разные. Я не знаю, чего они зависят. Вот, но красненькую всем рекомендую. Девчонки, купите своим мужичкам красненькую. Если они сами не купят, если они в корзину не положили, вы сами там, оп, добавьте. Коралловый. Это же здорово. Это же, ну, надо жизнь как-то разноцветнивать. Я не поняла, что я сказала. Ну что, мои дорогие мужчины и женщины, ждем ролик про носочки. Уже сняла, надо смонтировать. Но первым делом смонтирую вот этот ролик. Пока я монтирую ролик, вы сходите, пожалуйста, по ссылке, закажите заказики себе сделайте. И как только освобожусь, меня прям уже вот, ну, не могу, тянет вот в этих мешках поковыряться. Я ж хочу, ну, семена и я. Что-нибудь, дорвалась. В общем, монтирую видео, да, быстренько знакомлюсь с семенами, работаю над видео для носочек. Это тоже постараюсь не задержать, но... Тут какие-то, говорят, есть вот такие патиссоны, копеечки. Хочу найти, никак не найду. Зато китайские огурцы нашла. Китайские огурцы. Надо так прямо назвать видео. Сеем просрочку. Просрочку. Вы сеете просрочку? Я сею. Мне так нравится. Какие-то супер-пупер. Опять огурцы. Патиссоны, копеечки. Но это все, знаете, я вам расскажу в следующем ролике. И поэтому что? Поэтому до новых встреч. Ой, ну принесли мне семена. Ну догадались же, а. Капуста, пекинская нежность. Не знаю, про капусту я не думаю. Я ищу патиссоны копеечку. Представляете, как они будут смотреться в баночке. Все, девчонки, ухожу, мои хорошие, ухожу, мальчишки тоже. Вот, до новых встреч. Они обязательно будут!